Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с руководителем управления Федерального казначейства по республике Юрием Дотаевым. Стороны обсудили итоги работы управления за прошлый год. Юрий Дотаев рассказал о результатах исполнения бюджета на реализацию мероприятий по федеральным проектам и программам. Он, в частности, отметил, что по данным Департамента проектной деятельности правительства России, Карачаево-Черкесия заняла 11 место среди субъектов страны по кассовому исполнению федерального бюджета по итогам 2023 года. Показатели достаточно высокие, что свидетельствует о качественном взаимодействии управления с органами государственной и муниципальной власти в части исполнения финансовых обязательств и расходования бюджетных средств на реализацию значимых социальных и инфраструктурных проектов, отметил Рашид Тимрезов. Он подчеркнул, что федеральное казначейство и его региональное подразделение является важным звеном в финансовой системе страны и региона, обеспечивающим надежность и прозрачность бюджетной системы, а самое главное – динамичное социально-экономическое развитие республики.